Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные кликеры. И сегодня будем играть довольно-таки добротный кликер под названием Tap Adventure. Здесь нам предстоит путешествовать по различным локациям, избивать вот так вот монстров и становиться, конечно же, лучше по мере появления различных апгрейдов. Вот так вот мы покупаем, прокачиваем, появляется у нас Conqueror, замечательно. Теперь он также сражается за нас и уничтожает врагов. И так постепенно будут всяческие новые штучки у нас открываться. Лично мне этот кликер очень понравился. Довольно-таки давно не видел классных кликеров, поэтому не снимал их, конечно же. А сейчас вот столкнулся с таким вот кликером и очень доволен. Если он вам также понравится, если понравится, ставьте лайки. Я буду стараться находить больше крутых и интересных, конечно же, кликеров. Кстати, чем быстрее мы кликаем, тем больше у нас ДПС. Вот так вот можно кликать, и прям вообще урон огромный будет. ДПС 30 в секунду просто, и быстрее, по идее, бить мы не можем, типа, больше лимита. Но парень замечательно сам справляется, можно, по идее, перейти уже в другую локацию. Так, Magic Damage, да, можно также прокачать, будем сами по себе сильнее. Ух ты, вражеский командир приперся, на-на-на-на-на-на-на. Все, вынесли, идем дальше потихонечку. Можно прокачать нашего рыцаря, также будет хорошо. Скорее бы купить новых ребят, тоже будет классно. Кстати, игрушка, наверное, первая из кликеров, которую я прям авторизовался на конгрегейте. Обычно я просто играю, а здесь надо было авторизоваться. Поэтому, если будете играть, учите, что нужно будет зарегистрироваться на конгрегейте. Ну, на сайте, где я флешки играю. Конечно же. Так. Угу. Что можно купить нам интересного, пока это недоступно. А, есть также магазин с, наверное, микротранзакциями какими-нибудь, но это нормальная тема. Чем больше всяких таких фишек, тем больше, конечно, над игрой работают. Так, отлично, у меня критическая молния какая-то вылетела, такая желтенькая. Хотя, видимо, можно и монетки эти также гемы выбить, если они нам попадутся под руку. Да, бам! Ну, что-то как-то долго стал уже дамажить. А, не, это желтенький удар, это у нас, наверное, этот наш задамажил товарищ, который с нами сражается. Но я почти, кстати, на максимальном ДПСе дерусь. Видимо, я не подрастерял за все это время свои навыки кликания и все еще так же неплохо, видимо. Если шкала держится почти на максимуме. Хотя, кому я вру? Так, ну босс... Ой-ой-ой, какой-то черт. Я его уничтожил, а что мне за это дали? Ничего, например. Как видимо. Но я буду копить сейчас 2000 и куплю Хантера нам. Посмотрим, как он будет себя показывать. ХПшку нашим вот этому уже посносили немножко. Блин, какая классная все-таки анимация. Музыка тут прикольная, звуки классные. И анимация, конечно же. Люблю, когда в кликере классный графончик. Прям, как радует. Так, ну справлюсь ли я уже со следующим боссом? Мне кажется, что я довольно слабо уже атакую. Весьма слабо, причем, мне кажется. Но посмотрим, посмотрим. На боссе как раз мне должны будут дать те деньги, которых мне не хватает. Воу, какой босс, офигеть, вот это жесткий. Так, ладно, я кликаю на максимальной возможной своей скорости. И вроде бы я смогу победить его. Воу, победа. Yes, теперь я могу купить себе лучника. Наверное, да, Хантер. Или кто это будет? Да, это лучница. Довольно милая, кстати. Бам! Все, бедная лисичка, захедшотили ее. Ну, это же охотник. Так, у нас две ачивки, за ачивки дают... Ага, за ачивки дают эти гемы, замечательно! Это еще круче, тогда я смогу... Если 150 гемов накоплю, то будет у меня довольно-таки много денежек. Это будет здорово. Хотя тут еще какие-то кей есть и... After Every Time Loop. А, когда я дойду до 125 левела, появится какой-то тайм-луп. Вот этот вот, не знаю, что это такое, но, видимо, что-то крутое. Угу. Так, ну, появились новые зверьки всякие. Денежек стали нормально давать, что самое классное. У нас парень, правда, что-то терпит урон, все получает. Потихонечку его так загрызут, наверное. Если он и дальше будет получать урон, но лучницы, благо ничего не наносят. Так, давайте купим новый скилл, видимо. И что это? Серьезно, он просто ваншотнул? Так, ну-ка. Ого, видимо, он в три раза больше урона, чем обычно. Это не слабо, скажу я, не слабо. Так, давайте апнем нашего чувака. Ведь ХП можно ему еще апнуть. Давайте его проапаем нормально. Пусть он будет классным у нас.
теперь у него фулл хп, и я за него не так переживаю. Еще бы я наши клики прокачал, то какие-то слабенькие стали, я уже криками не такой крутой. Больше за меня делают работу мои ребята. А это не очень круто, я же все-таки повелитель. Я должен быть мощнее всех и вся, и всего. Забавно, что я там в игре слышу щелчки, как будто бы они озвучивают мои щелчки еще и в игре. Мне это не надо. Можно и без этого. Так, ну вроде теперь нормально дамажат своими магическими плюхами. Поэтому можно не переживать. Хотя черт его знает, непонятно. Я бы Хантера нашего апнул. У него ДПС 321. Больше, конечно, чем у Конкуэрера нашего, но... Тоже круто, конечно. Конкуэрер тоже не слабый. Он у нас тащер тот еще. Так, что-то этого мишку мы долго убиваем. Но времени у нас предостаточно, поэтому я не тороплюсь. Так, 6000 золотых я получил. Кто стоит следующим? Чего? 415 тысяч? Ты не слишком дорогой? Слушай, друг мой. Офигеть он стоит. Так, давайте 10 левел поднимем этому товарищу. И что остается? Блин, даже не знаю, что бы мне я бы поделал. Такого. Так, ачивок новых не получил? Нет, не получил, к сожалению. Блин, реально очень много... О, Хантера можно апнуть. Давайте Хантера апнем. 700... Ой, стоп-стоп, я опять... О, на этот раз я его подорвал. Видимо, из него деньги дропаются. И нифига сколько дропается причем. Так, теперь 1к у нас урона. Сколько вообще в сумме у нас получается? 1.75к. Ну, нормально, бист. О, эпик босс, так. Блин. Все, давай. Надо победить, блин, я не успею, наверное, его победить, или успею. Если криты будут почаще вылетать, то может быть. Хотя пока похоже больше на победу. О, давай! Завалили. 10 секунд до конца осталось, что это такое? Я на новую локацию перешел, теперь я в болотах. Уу, круто! Какая музыка, правда, криповая здесь. Мне сначала показалось, что это как звук забагованный какой-то. А где моя ачивка? Я перешел в новую локацию, должны были ачивку дать. Что за жадная игра? Ачивки мне не дает, а? Так, окей, хпшку нашему этому апну, то он какой-то у меня уже помятый немножко. И это не здорово. Но денег вроде так добротно дропается с этой локи, мне это уже нравится. Прям вообще не чувствую себя в такой прям нужде. Хотя меня напрягает. Стоп, это мы сейчас в этой локации или в этой? А, нет, ну вот это. Так, и командиры пошли. Их не, ну, командиры обычно всегда быстро складываются, поэтому я особо не переживаю, когда с ними дерусь. Насчет того, что мне надо супер-мега-быстро кликать и тому подобное. Жалко, скилл долго перезаряжается, так бы вообще замечательно. Я бы, наверное, ваншотил бы всех боссов. Такой, изикатка, потом бы возмущался, наверное, что так легко. Не, круто, мне очень нравится кликер. Надеюсь, он также нравится, как и мне. Бе. Так. Ну чё, пусть они пока их убивают, я пока прокачаю свои клики, может, или не стоит. Я даже не знаю, у меня 1000 левелов, конечно, своего Magic Damage я могу прокачивать. Но, по идее, весь урон делают у меня больше вот эти ребята, так. Давайте до Хантера апнем, он самый крутой у нас, поэтому... Лучше, наверное, в нее вкладываться, она прям реально тащит у нас. Так, блин, что-то как-то... Я уже босса не могу победить. Так, пошло-поехало, быстро кликаем! Вали ее! Вали его. Его. Оно. Не знаю, что это было. Но победа есть победа. Нам остается только радоваться. Так, урон апнуть не могу. Могу конкурера апнуть или же себя. Давайте себя поднимем вот так вот. По 500 урона теперь я... Ой, стой, здесь этот, блин, летает, я его даже не вижу. О, какие-то хпшечки, что это такое? А, я могу похилить наших ребят, замечательно. Это тоже хорошая штука. Хуки это всегда хорошо. Так, ну вроде своими молниями нормально теперь бахаю. Так еще раз апну и вообще будет зашибись. 850 получается, на максимум урона почти все время находимся. Так, командиры поперли, на-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 на. С новыми кликами оказалось гораздо проще. Ну чё, буду копить, наверное, дальше на Хантера прокачивать, потому что мне хочется... А, нет, 57 тысяч стоит у нее скилл, Fire Volley, и
это дохрена, скажу я вам. Так, что? О, но босс протекшн, damage from boss уменьшается. Ну, за 28 тысяч уменьшить на 5% пока что, мне кажется, бесполезным. Если, конечно, следующий босс не будет так калашматить, что у него, не знаю, там, башка сразу будет отлетать, то я, конечно, пока... Тогда только задумаюсь, а пока я думаю, что это не нужно вообще. Ну ладно, на этом я буду заканчивать, если вам понравился данный кликер. Если хотите больше кликеров, а то и продолжение может быть, то ставьте лайки, конечно же, поиграем еще, или же найдем еще каких-нибудь кликеров. Поэтому не жалейте лайков. И также, если здесь впервые, то не забывайте подписываться. Я всегда рад новым подписчикам. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел, что смотрели. Не болейте. Хорошего вам настроения. Удачи, пока. И так далее.